коридоре кинотеатра «Искра» многолюдно. Здесь в этот день собрались поклонники необычной российской рок-группы «Радио Тапок», отличительная особенность которой – эквиритмический перевод известных зарубежных песен, чтобы стихи максимально ложились на музыку. Среди гостей концерта много фанатов с многолетним стажем. За любимой группой они ездят по всему Подмосковью. Начали его слушать еще с самого начала, когда он только-только начал выпускать каверы. Мы вообще пришли изначально от System of a Down. Понравились очень его переделки. Потом, когда он начал выпускать свои песни, конечно, это просто взрыв мозга уже было. Просто, не знаю, люблю всем сердцем, слушаю его. И в машине, и в метро, и в ванной, везде. Проект «Радио Тапок» был создан в 2016 году музыкантом-мультиинструменталистом Олегом Абрамовым. В репертуаре много композиций группы «Рамштайн». Их и другие любимые публикой песни ребята исполняли и в «Видном». На концерте можно было встретить пару в костюмах времен Великой Отечественной войны. В них молодые люди выступали на чемпионате по арт-фехтованию, а фоновой музыкой к номеру выбрали песню группы «Радио Тапок». Я слушаю Тапок, когда он начинал еще с Пикабу, то есть и потом все это разошлось дальше. Вот коллабы с Сабатоном, скажем так, просто наши любимые. И в какой-то момент мы такие, блин, а мы хотим вот что-то вот крутое поставить, какой-то вот номер на чемпионат. И тут включается буквально в плейлисте «Атака мертвецов» в исполнении Олега. И мы такие, да, мы делаем «Атаку мертвецов». Концерт никого не оставил равнодушным. Руководство кинотеатра «Искра» планирует продолжать приглашать на площадку различные музыкальные коллективы, чтобы дарить радость местным жителям. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».